Всем еще раз привет! В этом видео я расскажу о новом веб-ивенте в Геншине, который стартовал сегодня. Ну и вступайте в нашу группу ВК, ссылочка есть в описании. Всем приятного просмотра! На самом деле веб-ивент достаточно простой, но на его выполнение уйдет несколько дней в силу того, что задание выполнить сразу нельзя. Все, что от вас требуется, это кидать кости, проходить маршрут вновь и вновь. Первый день дается 8 попыток бросить кость, плюс 4 попытки за выполнение ежедневного задания. Вы проходите маршрут, собираете монетки и получаете за это камни из стока. Всего можно получить 60 примагемов и другие награды. Иногда вы будете попадать в ловушки, из которых нужно выбраться. Также есть возможность просмотреть дневник приключений. Там написано, когда и во сколько вы попали в ловушку. Правда, время не совпало с моим настоящим временем. Ссылочку на веб-ивент я оставила в описании, поэтому не забудьте его выполнить. А вы уже прошли веб-ивент или только собираетесь? Пишите свои ответы в комментариях. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!